Здравствуйте, уважаемые зрители, поклонники российского футбола. Мы начинаем прямую трансляцию из Грозного, стадион имени Султана Белемханова. Матч между Аланией и Нефтехимиком. Пятый тур первой лиги, украшение этого пятого тура. Алания и Нефтехимик никогда не играют скучно. Абалов получает мяч слева. Включается вперед, пенальти, пенальти, друзья. Свисток Аверьянова. Абалов, неспешный разбег. 1-0, Алания выходит вперед. Было очень спокойно исполнено в этом эпизоде Алан Кабалов. Буквально пешком к мячу передвигался. Наверняка Алексей Берников чувствует свою вину в этом пропущенном мяче. Галоян, подача. На дальнюю штангу мяч летит. Наигранная комбинация, скидка и удар. И перекладина, и добивание. Это был Руслан Безруков, но какой же был момент. Какой же был момент. Ошибаюсь в передаче. Уже не первый раз. Галиулин. И скидка. И мяч уже в штрафной площади. Пробить не дали Безрукову. Берников. И мяч заметался по штрафной площади. И ударом Мираби Уриди завершилась эта атака. Этот яркий, безусловно, футболист. Не так заметен, как обычно бывает. Ташаев исполнял. Было понятно, что он задумал. Но это не матч Максима Ширяева, точно. Но ошибался он много, и удар в ближний угол. Справляется Игорь Обухов, но руками разводит. Игорь Обухов выбивает мяч вперед. С победой Алания набирает 11 очков.